Господи, благослови нас и помилуй. Пощади создание Твое. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Вот что мы делаем, это ни в одном лагере этого нет, это никому не надо. Там что делается, даже сказать страшно. Вот он слово сказал одно, ни матершины, ничего, я ездил к родителям. Сейчас только разборка была там, у него горит все сейчас, он наказан. Но это не все, выявляется сколько. Выйди сюда. Кто с ним в одной спит келье? Выйдите все сюда, рядом. Так. Вы все знаете, что у нас нельзя обзывать всех? Да. Да. Я уж не говорю там материться или что-то. Они говорят так. Лагерный играет в футбол, когда, то там все матерятся. Кто матерился? Никто не матерился. Ну что я должен думать? Никто не матерился, ни разу. Ложатся спать, Андрей матерится, и на Тарасе матерится, и на этого матерится Андрей. Это нет, он не матерится, я не слышал такого. Это уже... Я такого не слышал, Игнатий Ильич, пока... Ну, а ты слышал? Да, мы когда спать ложимся, ну да, это вечером, то поначалу он матерился там, всякие баловались, я это видел. Матерки-то увидеть не мог, услышать мог только. Как увидеть? Они еще матерки согнулись и бегают, подпрыгивают, рожки показывают. Так, давайте до конца договорим. Мне в это нетрудно было поверить. Но я ничего не делаю без рассмотрения. Господь говорит, сойдем и посмотрим. Даже Бог рассмотрение придает такое значение. Сойдем и посмотрим, как будто Бог не видит. Я надену фуражку, наденьте головные уборы. Так, наденьте. Перед дождем. Так, Андрей. Матерился? Понимаете, все до одного свидетели говорят, не было. Так, Егор, тебя кто обзывал еще здесь? Никто. А так, а вы все обзывали. Я не могу на это обзывать. Чего ради? Ты человек такую даль ехал, чего ради-то? То есть самооправдание влечет к тому, что начинает говорить на других где-то. Я его взгрел как надо. Но родители сказали, что он как попугай повторяет, что слышал. Он не слышал этого. Ты знаешь, у нас насколько строго. Ложитесь спать, откуда я знаю, что? Тут есть воспитатели, которые смотрят за этим. Ты солгал. Вот смотри. Тимоша, ты слышал, чтобы матерился Андрей? После отбоя? После отбоя. Да. Ну и говорил. Когда это было? Ну это каждую ночь происходит. Как это каждую ночь происходит? А ты не спишь ночью? Так, тихо, пацаны. Да. Но я меньше половины часа засыпаю. Меньше половины часа. И он в это время лежит и матерится? Да, но он иногда не матерится. Ты говоришь всегда, теперь иногда. Это большая разница. Иногда. И ты на бумажке можешь написать, что он говорил? Да. Напиши, дай ему бумажку. А он тогда говорит, матерится, а что он сказал, дурак. То есть они не знают даже, о чем говорят. Этому написали в прошлый год. Он написал, я гомосексуалист. Я говорю, а что такое, не знаю. Гомосексуалист. Это разбери его. Ну, помните, как было. Алеша, ведь это очень серьезный вопрос. Значит так, у нас в скольких кельях спят мальчики? Перейдешь сегодня в другую келью, это первое. Если подтвердится, что это было такое, во вторник я тебя выпровожу из лагеря. И больше ты никогда ногой не ступишь в этот лагерь. И в самом начале матери я сказал, Андрей, я не беру. В прошлом году у него были такие заскоки, там без разрешения, там пошел где-то. Ну, строго это дело. Он говорит, так они всю зиму готовятся, им так нравится. Всю зиму готовятся, нравится. Ты это слышал? Я да. Я нет. Ну, я слышал, он какой-то рассказ рассказывал. Я бубнение какое-то слышал. Я вообще не слышал, я слышал какой-то бубу. Так, Кирилл, иди сюда.
Нет, я только слышал что-то. Тарас, иди сюда. Я слышал бубнение. Ты такие слова говорил? Ну да. А? Да, да. Он как говорил, а ты говоришь нет. Ну, один раз только. Я вообще не слышал. Я не слышал, я бубнение слышал. Сейчас пойди сюда, Нестор. Тимофей говорит, что он говорил. Я не слышал. Ну еще. Сталина было так. Нет человека, он говорит, нет проблем. Я не люблю это слово. И как? Нет человека, его спрашивать нечего. Его в ГУЛАГ расстреляли и все. Мы так не можем. Лес рубят, щепки летят. Один шпион. А остальные это не шпионы. Но мы 100 человек убьем, а там, может быть, будет один шпион. Тогда мы его убили. Лучше пусть будет 100 шпионов, чем невинный человек, хотя бы один там погибнет. Доказательств нет. Перейдешь сегодня. Футбол отменяется. Больше никогда в футбол играть не будет, ни один. Футбол можете спрятать. Все. Деревенские там кто-то сказали, что-то. Мы на все реагируем. Футбол не играет с сегодняшнего дня, да. А почему нельзя играть в футбол? Мальчики одни играют, играли, или девочки, не играйте без них. Ты слышал от них матерки хоть на поле? Никто не матерился из деревенки. Никто не матерился. Вообще никто. Да не было. Ну, потом маленько сворачивает, кто разговаривает, то где говорит. Ты видишь? Я свернул. Так, кто в футбол играл из девочек? Я. Так. Я не делала. Слышала, хоть матерился кто-то? Нет. Ты слышала? Нет. Два. Слышала? Нет. Три. Слышала? Нет, четыре. Ты тоже играла? Да. Пять. Шесть. Ни один не слышал. Ведь это серьезно. Это никак нельзя. Так, вы играли в футбол, да? Да. Значит, отменить хотя бы на несколько дней, я дальше разберусь. И никто не слышал? А деревенские говорят, никто. Лагерные, там все матерятся, бегают как. А деревенские ругался кто-то, нет? Нет. Тоже нет. То есть от лагерных туда поклепа нет, а они сюда. То есть они понимают, что они не такие. Я деревенским не могу верить, потому что они врозь, а тут все вместе, и днем, и ночью. Ну, теперь я спрашиваю старших воспитателей, которые живут здесь. Как это верить? Тимофей говорит, вот что такое дело говорили. Показал всем написанное, говорят, нет. Откуда Тимофей это ты взял, что говорили они? Ну, я это слышал. А? Ну, если ни один не говорил, все говорят. Одному не могут верить. Как они, сговорились между собой или перепугали? Нет. А кого они боятся? Ты Кирилла боятся? Нет. Ну, мы же здесь каждое утро спрашиваем, какие происшествия? Никаких. Кто-то кого-то обзывал? Нет. Бил или как ударил? Нет. Ну ты даже сестренку там где-то задел, так я тебя взгрел? Да. Да? Даже за самую маленькую девочку заступимся. А я сейчас только из деревни. А? Какие-нибудь обзывания были? А его, говорит, мальчика все так обзывали, спрашиваю, никто ничего нет. То есть голословные обвинения они не принимаются. Это поклеп, это второй грех идет уже. Это уже ложь. Я еще раз хочу сказать, мы стараемся создать, стараемся, 100% защищенность ребенка. Он обозвал тебя, ты ему сразу скажи, ты не прав, не надо ругаться. Пошли к воспитателю, а он не идет, и теперь можешь один прийти. Ябедничать нельзя, а открыть правду необходимо. Ты понял, Егор? Тебя в обиду здесь никто не даст. Там, Володя, все, что нужно, сделаешь, чтобы поговоришь. Ну, я хочу узнать ваше решение. Давайте. А при взрослом, там где-то Никита или Виталий были хоть раз с вами в футбол играли? Нет. Я Никита никто с вами не играл. Сережа, а? А я верю Тимофею. Ну, подойди сюда. Так, что ты говоришь? Я говорю, что я верю Тимофею. Он как-то во лжи не уличался ни разу. Тем более два свидетеля из этой Кили, а не он один. Какой свидетель, второй? Тарас Загуляев. Он Тарас тоже Загуляев. Сказал, что слышал. Ты слышал это? Да. Мы еще будем делать. Пропивание. Ну, значит, первое решение. Отменить футбол. Второе, перевести этого
А при чем здесь футбол? Это не на футболе было, да. А в келье. При чем здесь футбол? В келье. Они на футболе были. Нет, не на футболе. Нет, там в келье, когда они ложились спать. После отбоя было. Футбол-то вообще приплели к чему? Значит, сейчас же его перетащить в другую келью спать. Оттуда убрать. Если я дальше продолжу расследование, если это будет известно, во вторник я избавлюсь навсегда. Этого не будет уже. Тем более запирались, говорили. Но они на уличные. Вот он у меня ролик стоит. Нестор.